Спасибо огромное нашим организаторам, Люди Карандашовой. Я очень люблю этого человека. Вам очень повезло, что для кого-то она является штатным сотрудником, всегда есть доступ к такому человеку. Нам повезло в жизни. 2 года Людмила у нас была руководителем нашего филиала, нашего региона. И вот мы успели прирасти к этой мамке, да, и вот сохраняем до сих пор такие вот хорошие, теплые отношения. И я всегда говорю, Oriflame — это бизнес-отношения. И когда Людмила мне позвонила и сказала, что Лен, приедешь к нам выступать, я нисколько не сомневалась, я, конечно же, согласилась, и мне очень приятно сегодня здесь с вами находиться, делиться опытом. И если я буду сегодня кому-то полезна, то я буду стараться. Хорошо? Ну, вот я хочу немножко рассказать о себе. Здесь вы видите, это моя семья. Мне сейчас 37 лет, я пришла в компанию 15 лет назад. На тот момент мне было 22 года, я была самым молодым директором в нашем сервисном центре, и как тогда мне казалось, жизнь сложилась. Вот, было круто, было классно, действительно, молодой директор, столько было внимания. Но очень быстро, когда мы попали на банкет директоров наш первый, мы поняли, что мы такие трехпроцентники с этим чеком $1000, и что вся самая вот вкуснятина как раз-то, вся самая жизнь компании начинается дальше. И вот здесь на фотографии вы видите мою семью, это мой муж, маленький сынок. Мы сегодня приехали вместе сюда с семьей, и это тоже одна из наших возможностей в компании Oriflame, да. И когда спрашивают, задавали вопрос, сколько вы работаете в день, да, вот сложно вообще высчитать, что является работой, что является жизнью, да, в Oriflame. Вот, наверное, это тот стиль, который нам нравится, и поэтому мы вот до сих пор в компании, я уверена, что мы будем здесь навсегда, потому что это свобода, это мы не привязаны к станку, мы можем работать, семья может находиться рядом, и вот это как раз вот тот микс, о котором я всегда мечтала. И вот чтобы получить, наверное, вот то, что здесь вы видите, да, вот такие красивые, счастливые, мы вообще такая семья, знаете, динамичная очень, нам нравится, мне повезло с мужем, с ребенком. Потому что у нас ребенок, я всегда говорю, он такой, знаете, когда мы поедем в номер, спрашивает. То есть он уже у нас, нам 4 года, но он любит путешествовать, и говорит, когда мы поедем в номер. То есть это гостиница, куда-то надо ехать, двигаться. Вот. И мы любим часто путешествовать. Вот это наша команда, ну, маленькая ее часть, вернее, так сказать. Но, тем не менее, вот такие чеки, вот такие счастливые люди. Здесь есть и мои очень близкие друзья, есть люди, которых я никогда не знала до Oriflame, тем не менее, это те люди, с которыми мы сегодня дружим, очень активно общаемся, с кем-то еще даже ни разу визуально не виделись, но это тоже наши директора в структуре. И вот это все Oriflame. Но вот чтобы это все сложилось, конечно же, мы начинали с первых шагов, да? И я всегда говорю, что любой успех – это определенная система действий. И без системы никакого бизнеса быть не может вообще. Когда мы начинаем, я всегда новичкам говорю, я сама когда начинала, это был хаос. То есть мне очень понравилась фраза, когда Наташа как-то Фоменкова выступала, я ее запомнила по этой именно фразе на одном из мегафорумов в Москве. Она сказала, сначала замутим, потом разберемся. Вот, я помню, с Баяном тогда была, и вот эта фраза, она была классная. И я всегда сейчас говорю, когда любой лидер принимает сначала решение, он еще не знает, что делать нужно. Да? Он для себя определил, он увидел какую-то перспективу именно в этом деле. И он начинает действовать, хаотичные какие-то действия, которые потом из хаоса, да, приходит осознание, что нужно систематизировать что-то, чтобы получилась какая-то система. Поэтому если у кого-то сейчас системы нет, не надо бояться, нужно просто понять, что нужно сесть, остановиться, проанализировать. Вы уже умеете делать все, нужно просто определить, что делать именно конкретно, в каком порядке, в каком количестве. Но вы в любом случае уже умеете что-то делать, раз вы вышли на какие-то результаты. И вот 2012 год, это был годом, когда в нашей семье как раз появился наш ребенок, сын, и на тот момент мы осознанно к рождению сына сделали уровень бриллиантового директора. Некоторые говорят, ну а что вот так долго и так далее. Знаете, я всегда говорю, у каждого ну, свой путь. Вот я пришла в компанию, мне было 22 года, да, какие потребности у молодой студентки, девчонки, ну что надо, да. В принципе, мне нужны были какие-то небольшие свои деньги в карманы для того, чтобы потусить, красиво одеться, привлечь любимого мужчину, да, ну, красиво выглядеть, но каких-то вот там глобальных, каких-то вот 22-летней там девчонки мыслей, студентов,
президенте о том, что меня будут кормить на пенсии, как, где будет учиться мой ребенок, как я обеспечу жилплощадь там и так далее. У меня таких мыслей не было. И вот с Арифлейм мы взрослели вместе. Мы, когда познакомились с моим будущим мужем, у нас не было ни квартиры, ни машины, родители нам помочь ничем, в принципе, не могли, моя мама. Моя семья – это родители, мама у меня педагог, папа у меня работал мастером на заводе. У него тоже родители, мама педагог, да, и нужно понимать, что, ну, понимать, что нужно просто брать ответственность за себя, самим, ждать откуда-то нечего было. И вот мы росли вместе с Арифлейм, когда до того, как образовалась семья, мне нужны были деньги, вот, чтобы просто вот красиво жить. Когда появился супруг, мы стали думать о том, что нужно первое жилье, да. И вот меня очень мотивировала тогда квартира. Когда появилась первая квартира, мы подумали уже на уровне золотого директора, что надо как-то расшириться. Захотелось трехкомнатную, купили трехкомнатную, стали, ну, сапфиры сделали, купили трехкомнатную. Мы поняли очень, что в населенном пункте 20 тысяч населения, где мы жили тогда под Екатеринбургом, 100 тысяч дохода сапфировый директор тратить некуда. Вот реально. Мы столкнулись с тем, что компания же дает определенную планку, да, мышления, уровня жизни, когда ездили уже на конференции, мы стали понимать, что качество холодильника уже поменялось, продукты хочется покупать не заморозку, а уже свежую рыбу, да, наша инфраструктура населенного пункта нам предложить это не может, да, ни платной медицины, ни качественных продуктов в магазинах, ни, не было у нас на тот момент там кинотеатра, и мы стали понимать, что нам нужно, ну, мы выросли из этого населенного пункта, и нужно абсолютно другое, и к тому моменту мы стали задумываться о том, что нас должно скоро стать трое. И раз мы решили, что нам нужен ребенок, мы стали понимать, что зарплата сапфирового директора, ну, конечно, мало. Это раз. Во-вторых, не хочется семью создавать в маленьком населенном пункте, потому что ребенку уже нужна будет инфраструктура. И мы сделали бриллианты очень быстро после сапфира и купили квартиру в Екатеринбурге. Вот так мы перебрались в Екатеринбург. Я была мамой в декрете в 2012 году. О том, на что купить памперсы, обслуживаться в платной поликлинике или в бесплатной. Я ни дня не стояла в очереди в бесплатной поликлинике. Я не знаю, что это такое, слава Богу. Спасибо, Арифлейм. И мы сами выбирали, у кого рожать, мы выбирали, кто нас будет обслуживать. И вот, вот это уровень бриллианта. Это та свобода, которая, ну, скажем так, дает людям ощущение качества жизни. И сегодня, когда мы приглашаем бизнес у нас, мы приглашаем, прям вот затачиваем людей на доход от 100 тысяч, это минимум. Мы зовем бриллиантовую команду, потому что мы понимаем, что уровень жизни именно бриллиантового директора позволяет людям, ну, получить качество жизни более комфортное. И когда мы сидели в декрете, я, конечно же, просто кайфовала. Я практически поддерживала те объемы, которые были, мы не работали активно. И когда я стала выходить из декрета, я стала понимать, что нужно проанализировать, что сегодня работает. Да? Потому что прошло тогда 2 года практически, я сидела в декрете, и мы стали думать, ну, есть ли смысл с теми же инструментами, с которыми мы уходили в декрет, выходить снова в поля. И я не пропускала ни одной конференции, несмотря на то, что ребенку было 6 месяцев, у нас резали зубы, мы получили приглашение на ужин с королевой Швеции Сильвией, мы поехали в Нобель-холл. Ребенку 6 месяцев, папа остался с сыном, зубы режутся, он мне звонит, ну, терпеливо, я на ужине с королевой Швеции, он тоже понимает. Вот. Но я осознанно, знаете, мы приняли такое решение, я понимала, что ему будет очень тяжело остаться с маленьким ребенком, причем у нас бабушки все в регионах. То есть мы вдвоем ребенок, все. Мы понимали, что это сложно, но я понимала, что мне нельзя выпадать из колеи. То есть нам нужно, чтобы, вот знаете, когда люди на долгое время выпадают из корпоративного общения, да, люди, которые уходят там поразмыслить, подумать, потом очень сложно вливаться в колею. Я никогда не была в декрете до этого, я не знала, как это может быть, поэтому я осознанно мы придержались того мнения в семье, что на конференции ездить нужно, чтобы быть в струе. Ну, первую конференцию, честно говоря, вот я съездила в Стокгольм. Я, конечно, еще не была настроена возвращаться работать, но я поняла, что хотя бы какие изменения происходят в компании, какие курсы мы держим. Вот. Но вот такой, знаете, уже осознанный вот мой выход, готовность к новому прыжку, это был как раз у нас круиз, когда мы ездили в 2014 году на лайнере.
И вот там я пристала, как та липучка, вот ко всем, кто рос. Я видела, кто выходил на новые звания, кого поздравляли. Я достала всех, кого можно. Я не знаю, они меня там, наверное, все стреляли, уже бегали от меня по этому кораблю. Вот. Но, тем не менее, я пристала к Косицыным. Прям села и стрясла с них, как вы работаете, систему, дайте, говорю, ухожу из декрета, помогите кормящей маме. Ну, на самом деле, до этого, знаете, как, когда говорят, откуда заводятся связи, если я говорю, не пропускайте ни одних мероприятий. Вот сегодняшнее мероприятие, ну, круто, вот я вот вчера приехала, первый город сам красивый, такой уровень задать мероприятие, что компания делает не для золотых директоров, как наши здесь есть и менеджеры, да, ну, это круто, конечно. И я понимаю, сколько это стоит, какие-то старания, да, ну, реально. И когда вот эти мероприятия проходят, где нарабатываются связи? Ну, с бизнес-отношениями, да? Вот как раз на конференциях. Вот пока если маленький уровень конференции поверить не можете, то на таких мероприятиях люди заводят отношения, чтобы где-то что-то потом общаться, обмениваться опытом. И вот я как раз на конференции этой пристала вот к Косицыным, пристала к Родионовым, я пристала, в общем, ко всем, кому только можно было пристать. Вот, что я для себя села? Вечером достала, у меня есть тетрадка, эта конференция, я просто свела, за счет чего люди растут, да, и соединила такой некий микс, как бы это я могла применить в условиях того, что, ну, как бы есть опыт у меня. И вот 2000, вот у нас 2014 год, он стал таким, когда мы стали выходить из декрета, и вот декрет принял такую, знаете, сыграл такую решающую роль для меня. В первую очередь я поняла, что работать так, как мы работали раньше, уже невозможно по одной причине, потому что страна другая, потребительский рынок другой, во-первых, экономика поменялась в стране, потребители наши люди стали более, скажем, требовательные, Арифлейм другой, да, мы ежегодно компании меняют, все меняется, мы меняемся, люди, все меняется. И вот в нашей семье тоже произошли изменения, стала понимать, что я хочу работать дома, находиться больше в семье, но при этом, чтобы бизнес не поддерживался, а именно развивался. И скажу честно, вот сегодня уже об этом говорили, что в первую очередь нужно принять решение вот вам как лидеру, да, кому-то нужно это родить. Скажу честно, что это было потрачено определенное время. Мы что их делали? Мы стали смотреть, где сегодня находится большая аудитория людей. В первую очередь мы поняли, что в интернете сегодня колоссальная аудитория, просто колоссальная. Люди сидят в социальных сетях, я смотрю, что происходит с молодежью, это просто нереально, они там живут, они там что-то делают. Пока я сидела в декрете, если раньше кто-то сегодня говорил, зачем на телефон там интернет, муж, да, спикер кто-то сегодня говорил, там буквально заставил, что нужно провести интернет. Вот я так же, мне же честно было раздражение, когда люди, я говорю, какие-то ненормальные, говорю, взрослые тетки в интернете чатятся, говорю, где бы ни ехали, они там ненормальные. Вот селфи свои, говорю, губы, меня это раздражало дико. Сейчас я понимаю, что мы на самом деле, в принципе, вот живем той же жизнью. И пришлось подключить интернет, что называется, к телефону, гаджетам и так далее. Но мы стали понимать, первое, что люди – огромная аудитория в интернете. Второе, вся наша команда на тот момент, мы уже были региональны. То есть у нас была команда в Казахстане, у меня все команды директора в области. Я уже не могла с маленьким ребенком ездить по регионам, проводить вот какие-то встречи, мероприятия. Стала понимать, надо как-то это глобализировать, чтобы это было с наименьшими трудозатратами, времени и более охвачиваемо. Потому что даже когда мы приезжали в регион какой-то, у нас не все люди могли прийти на такую встречу. Ну, не все же приходят, да, команды на какие-то мероприятия. У всех находятся какие-то дела, кто-то на работе, кто-то не смог подмениться. Мы поняли, что нужно как-то, чтобы не гора шла к Магомеду, а чтобы мы что-то сделали такое инновационное в команде, чтобы мы были досягаемы независимо для какой глубины. И вот как раз интернет был ответом на все наши вопросы. Сегодня технологий огромное количество для того, чтобы коммуницировать, для того, чтобы охватывать большую аудиторию. И мы всю нашу систему, которая у нас на тот момент уже была в работе, абсолютно вся, мы просто перенесли ее на электронную платформу. Я когда сидела в декрете, почему я поняла, что нужно идти в интернет? Да потому что я стала сама активным пользователем интернета, у меня ограничено время с маленьким ребенком на тот момент было. Я начиная от памперсов, медикаментов, детского питания, я все стала заказывать в интернете. И тут для меня дошло, что оказывается это очень удобно, это очень просто, это экономит время, ценовая политика более выгодная, и, соответственно, огромное количество людей пользуются такими же сайтами. То есть, соответственно, людям это нормально. И мы перенесли всю нашу работу на платформу интернет, мы поняли, что там огромная аудитория.
аудитория. Если говорить сегодня, то интернет в России — это 60 миллионов человек. Представляете, раньше, когда мы работали в режиме тет на тет, один на один, сколько я могла за день, допустим, провести встреч, да? К концу дня я вышитая батарейка. Интернет, конечно, позволяет в одно и то же время транслировать твое предложение большому количеству людей, да, донести мотивацию, донести настроение, передать какой-то обучающий момент и так далее. И вот здесь мы, конечно же, выиграли. Что, на что мы делаем акцент в нашей команде и вообще, вот сейчас люди приходят, я в первую очередь говорю про предпринимательство. Вот у нас очень много, последний год, да, вот мы об этом говорим, про предпринимательство. И это на самом деле так, потому что люди, которые приходят с пониманием предпринимательства, у них абсолютно разное отношение к этому делу. Да? И вот параллель, прямо, знаете, когда проводим успешный старт для новичка, я вот этот слайд прям показываю, чтобы изначально показать, как им думать надо, задать то направление векторное, которое мне нужно. Если мы говорим про отношение к человеку как работа по найму, чаще всего, я когда-то была бухгалтером-экономистом, работала по найму, да, я была отвечала только за отдел, работала с поставщиками, то есть вот программа «Один», я поставщики одной, то, знаете, клацайте на одну и ту же кнопку, вот ежедневно, да, и ты делаешь какую-то работу. Мне было без разницы, как сработать в целом там весь, вся наше предприятие, убыльным будет там или прибыльным этот месяц, дебет с кредитом сведется или нет, отливала я. Я главное сделала маленький участок своей работы, хорошо, заплатите мне, да, но насколько мой хороший вот этот вот участок, в принципе, да, вот насколько сложилась вся мозаика, мне было без разницы. Вот. И вот люди, когда приходят с работой по найму, думают, что они сюда пришли, вот они поработали, у нас почислились, и когда они заплатят деньги, ожидания простраивать своих каких-то результатов быстро, здесь и сейчас, да, то вот люди чаще всего, первое, они находятся просто в процессе. То есть они что-то делают, не берут на себя ответственность. Вот, я же делаю хорошо, допустим, каталоги показываю, или вот я же там не стала двух зарекрутировать, я зарекрутировала, а больше не хочу напрягаться ни о чем думать. То есть люди не хотят включать свой мозг, готовы вот делать как исполнители только то, что, за что они ответственны. И здесь их не волнует главное, как сработает в целом команда. Этот человек должен быть командным игроком, должен понимать, что если он пришел делать бизнес, то это командный бизнес. И здесь есть важный момент, когда мы показываем параллель, если вы хотите здесь быть успешным, то в первую очередь должно быть отношение как сразу изначально к своему делу. Никто здесь не обязан ничем, да, спонсор, я вообще всегда говорю, спонсор — это короткая жизнь, ну, в ментальном, да, понятии. То есть он задает только направление. Мы показываем систему, как можно зарабатывать в этом бизнесе. Но в любом случае каждый человек должен заработать деньги здесь сам. Никакой халявы нет, никаких обещаний мы не даем, человек должен сам заслужить свое место под солнцем. То есть мы показываем направление, человек начинает работать самостоятельно. И вот с таким пониманием, первое, здесь картинка, да, смотрите, как разные мысли. Человек, который предприниматель, например, у него есть традиционный бизнес, например, у него какой-то там цех по сборке мебели. То есть он будет там торчать. Это о чем мы говорим сегодня, да, про время, сколько вкладывать. Да не важно, сколько времени, результат нужен, понимаете? Он придет проверить, начиная, а вообще рабочий вышел на работу, да? А какого качества материала закупили? А как будет его бренд на рынке оцениваться? А вдруг там кто-нибудь косячит бесконечно, и его диваны никто не покупает, да? Кто-то подмачивает репутацию. И вот здесь как раз в нашем бизнесе точно так же, да? Нам очень важно, чтобы нам люди не в процессе были. Мне не важно, сколько я числюсь в Oriflame. Мне нужно, чтобы человек понимал, он начинает свое дело, и ему нужно видеть картинку в целом. Не маленький участок только, за что он будет ответственен, а видеть картинку в целом. И только при вот таком подходе человек вкладывает, вот сколько усилий вложил, такой доход и получил. Когда новички говорят, я целых два каталога уже в Oriflame, а у меня нет результата. Пардон, чем вы занимаетесь два месяца, да, и два этих каталога? Покажите мне бизнес, который за два каталога, за полтора месяца уже начинает приносить отдачу. Поэтому мы показываем направление, мы показываем систему, но люди эти деньги должны заработать сами. И вот если человек вот с таким вот пониманием, новичок начинает понимать, что да, халявы нет, все-таки придется работать, но зато здесь есть классная отдача, здесь есть действительно свобода, в перспективе есть остаточный доход, есть деньги, то здесь человек начинает брать ответственность на себя за все аспекты, которые есть в нашем бизнесе. За личный заказ, да, за рекрутирование, за обучение. То есть он понимает, что вот это все нужно в его, ну, в ежедневные какие-то действия вести и отслеживать самому.
И некоторые говорят, ну я вот пока еще новичок, я же не могу креативить, вот я пока еще не могу продумать вот все аспекты, мне сложно, я только начинаю. Вот всегда об этом говорю, нужно обучаться. Вот пройдет вот это мероприятие, да, вы послушали каких-то спикеров, один одну сказал какую-то фишку, все же невозможно запомнить, да, но вы из каждого спикера возьмете какие-то фишки. Откуда берутся свои собственные идеи? Вот Людмила сегодня не начинала, да, про вчерашнего, это жалко, что было на Наталье Каменковой, но вот я поняла, что надо вот я, да. Вот посмотрите, каждый возьмет какую-то фишку, да, но вы в вашей голове это что-то сказал, оба, и у вас родилась какая-то идея. И вот этот микс каких-то вот поток идей создает вот как раз накладку, и у вас получается ваше какое-то видение, да. И вот тут, когда вас проперло, вам кажется, оба-на, я придумал нечто гениальное, до которого никто не догадался. Вот на такой сильной мотивации человек начинает работать. Поэтому больше общайтесь с теми людьми, которые растут. Потому что вот их практикующий опыт, какие-то фишки, да, которые реально работают, они будут позволять вам создавать как раз те идеи, которые будут двигать именно ваш бизнес. И вот это и является креативом. Это ваша идея, да? Откуда она взялась? Вы там позаимствовали, и вам показалось, что вы гениальны. Так и есть. Что такое система, да? Система в работе – это самое главное. То есть действия должны быть системными. И вот у меня три критерия в системе. Вот первое, это в первую очередь, что система должна быть очень простая, она должна быть легко понимаема и повторяема. Не надо, знаете, как если кто-то умеет на ушах стоять там или как-то еще, это ну, супер, что вы это умеете делать, но вопрос, сколько у вас людей сможет повторить так делать, да? Вот, то есть вы должны создать такую систему, которая, вот вы ее рожали, получилась она такая, как, кажется, как уже многие работают. Если вы ее родили, вам кажется, что все понятно и доступно, значит, вас могут повторить ваши лидеры в том числе, ваши консультанты. Второй момент, принцип. Каждый должен понимать свой функционал на любом уровне. Вот это очень важно. У нас, мы с вами знаем, что в командах люди, ну, разные, скажем, уровни созревания. Есть новички, есть у нас ключевые партнеры, которые только начинают проявляться, но это еще не менеджеры, да, которые начинают что-то там вроде надежды подавать. Вот. А далее у нас есть менеджеры, есть у нас директора и есть лидеры. И вот, соответственно, конечно, для каждого уровня людей это разная информация. Мы не можем первокласснику рассказывать про интегралы, согласны со мной? Он не поймет, о чем мы вообще. И здесь то же самое. Новичку, у новичка один функционал, он должен четко понимать, что он должен делать до уровня 9%. Да? Что должен делать ключевой партнер, который начинает рекрутировать, что ему нужно делать, в каком объеме. Чем четче будет понятнее задача, тем более, скажем, прогрессируем будет результат у этого человека. То есть, если вы хотите, чтобы у человека был тот прогноз, который вы ожидаете, да, значит, нужно на каждую вот, категорию людей в вашем бизнесе должна быть четко прописана инструкция функционала. Ну, во всяком случае, мы это делаем, и людям становится понятно, что он должен делать, но это очень просто, да, личный заказ делаем, обучаемся, но у нас на каждом уровне добавляется определенное рекрутирование, да, посещение вебинаров, семинаров, выступления, проведение планерки и так далее. То есть у нас чем выше уровень, тем больше добавляется постепенно какого-то функционала. И вот каждый должен это знать, потому что, знаете, иногда, когда мы только начинали, и у нас не было четкой прорисованности, у нас появлялись такие директора, даже, которые ходили на 22%, которые всегда говорили, ноги вперед убежали, голова где-то там застряла. Да, вот он вышел, он вроде на 22%, а мозгами созревания на 15% максимум. То есть он, когда мы говорим, ты должен по функционалу уже своему и планерку давно-давно проводить, и у тебя на вебинар поступать надо, ты должен аудиторию держать, люди тебя должны где-то, что твой авторитет спонсорский тоже надо нарабатывать, ты должен выступать на аудиторию. Вот. А человек говорит, я боюсь, я слайды не умею делать. Понятно, да? Поэтому вот сейчас у меня приходит человек, я ему сразу говорю, вот к следующему функционалу, вот посмотри, какой на следующем уровне, да, менеджер, ты должен, мы с тобой сейчас должны научиться вот это сделать, а на менеджере у нас еще нужно будет научиться вот это и вот это. И люди уже это нормально воспринимают, потому что они видят последующие уже шаги. Залог успеха – система, да, вот, мы выделяем 5 важных моментов в системе, это то, что должно быть, ну, наверное, для того, чтобы расти. Первое – это рекрутирование, ну, я не буду долго останавливаться, но всем понятно, да, если нет притока новых людей, новой крови, то, соответственно, говорить о развитии сложно.
Мне очень нравится пример, когда люди хотят, знаете, с отсутствием рекрутинга выдать с коровы больше молока. Хотим расти, да, и мы начинаем с одних тех же консультантов. Давай, давай, давай. Ну вот молока не может корова давать больше, сколько вот она может, сколько она и дает. Поэтому лучше завести больше коров и получать больше удоя. Поэтому рекрутинг, он очень важен, но должен быть системным. Вот тут очень важно, что делать. Ну, в нашей, во всяком случае, системе, во-первых, нужно показать, как это делается. Вот сейчас мы работаем очень много, я говорю, что мы сопровождаем, система у нас вся онлайн. То есть мы все обучение перевели на платформу интернета, на онлайн. И, вы знаете, высвободилось огромное количество времени. Почему? Потому что раньше, чтобы мне приехать даже в городе Екатеринбург, в сервисный центр, где мы проводили, снимали конференц-залы, проводили тренинги обучающие, мне нужно было как минимум полтора часа себе в порядок привести, нафениться, накраситься, да, собраться. Час у меня там на дорогу примерно с пробками уходит, я добираюсь, да. А люди мои едут точно так же, тратят затраты ненужного, бесполезного времени куда-то, да, и там я вот такая звезда, им вещаю полтора-два часа там что-то, и потом они уехали еще час в пробке там добираются домой. Я так прикинула, у меня за вот 7 часов вот такой непонятной а-ля работы, да, из них было эффективно только 2 часа. Вопрос, все остальное время куда ушло? Непонятно куда. И вот как раз, когда мы перешли на вебинарную комнату, на вебинары, во-первых, я дома могу сидеть в пижамке вещать, честно могу сказать, меня никто не видит, я в пижамке, не накрашена, я рассказываю о бизнесе. Если мне надо, когда я встречусь с новичками, сюда привожу в режиме, чтобы меня было видно, чтобы фактор доверия был, да, я могу сидеть в пижамке, но здесь у меня одета блузочка и накрашена. Понятно, да? Вот, то есть это экономит очень время. У меня сейчас сын не заходит даже в комнату, знает, иногда первое время у меня на ушах тут ползал, лазил везде всяко. Ну ничего, все мы люди. Сейчас он говорит, мама Феми ведет, Орифлейм ведет. Нормально, не заходит, не мешает. И вот здесь про рекрутирование. Шаблоны. Больше шаблонов, больше инструкций. Очень многие люди живут в других городах, поэтому видеоинструкции, просто шаблоны. Вот элементарно, как сказать, вот сегодня очень много было шаблонов, да, как позвонил с момента «Здравствуйте» там, или как провел презентацию, да, вот видеоуроков много записываем. Вот, пожалуйста, интернет сегодня дает эти все возможности. То есть первое, что нужно, чтобы рекрутинг был в системе, нужно научить людей дать инструменты для рекрутинга. И вот здесь важно понимать, что здесь будут вариации. Дима сегодня Паша об этом много говорил, что разные категории людей, да, будут приходить. У вас должны быть заготовочки, видео, вот эти уроки для каждой категории людей. Кто-то будет хочет дополнительный доход, есть студенты, есть у нас кто только онлайн хочет работать, есть кто-то офлайн хочет работать. Методов рекрутингов должно быть много, вариаций. И люди сами, когда нас просматривают, они выбирают, на чем им проще остановиться, с чего начать. Второе, это сопровождение. Но сопровождение новичка. Здесь я всегда говорю, если мы будем большой поток приглашать, но люди будут просто находиться в хаосе, в толпе, то люди будут как пришли, так и уходить. Поэтому очень важно на начальном этапе, я считаю, как только пришел новичок, его сразу куда-то включить. Да? Это называется момент включения новичка. И вот здесь, конечно, у нас тоже есть отдельные вебинары, как школа запуска для новичка, успешный старт, программы для роста, у нас несколько вебинаров, которые идут в системе. Первое, если мне буду об этом еще говорить, первая встреча, когда попадают новички после презентации, то у нас 3 раза в неделю проходит для новичков, ведут директора встреча знакомства, где мы рассказываем первые шаги, с чего начать. И вот сопровождение очень важно, потому что если мы будем классно рекрутировать, но не будет сопровождения, мы будем терять большое количество людей. Поэтому система должна быть, она должна быть тоже понятна. Новичок должен понимать, из чего он перемещается, куда в следующее. Знаете, для меня это визуальная картинка, как школа. Вот первоклассников ведем в школу, да, ну не бывает же так, что первоклассники попадают как-то в 7 класс, садятся в 8, 10, они как-то вот организованы. Вот здесь первый класс, здесь вторые, каждый знает, какую ячейку, где занять, какой класс. Вот точно так же должно быть четко. Вот новичок пришел, куда он попадает. Вот этот блок закончил, куда он следующий идет. Вот это закончил, куда он дальше идет. Да? Вот, это система сопровождения, обучение. Обучение у нас вот все в режиме вебинаров проходит.
сколько вебинаров. Иногда бывает в день 4 вебинара, иногда 3 вебинара. Ведем всей командой, у нас есть график, и участвуют абсолютно все, начиная с уровня менеджера. То есть, во-первых, мы убиваем двух зайцев, с уровня 9% менеджера у нас ведут получасовые менеджерские вебинары, очень легкие темы, ну, например, как технического характера, так и очень простые. Там, моя любимая стартовая программа, или там выгодный пример клуба, или там мои любимые 5 продуктов, да, или, например, как сделать почту на Gmail и создать Google Диск. Как, допустим, создать чаты. Ну, то есть вот такие простые темки, которые менеджер может аудиторию на 20-30 минут точно пробовать держать. Здесь мы подготавливаем каждого менеджера для того, чтобы он потом мог вести более серьезные темы, да, чтобы к директорскому уровню человек уже умел говорить, держать аудиторию, технически справлялся со своей комнатой, ну и для того, чтобы у него просто-напросто нарабатывался его авторитет. Вот. По вебинарам, значит, мы один раз в каталог ведем тренинг продаж, несмотря на то, что говорим мы про продажи, не говорим, но тем не менее есть такой тренинг, чтобы люди, новички, психологически правильно к этому относились, проговариваем, как это правильно делать. И мы сохраняем обязательно квартальный БМВ, то есть у нас раз в квартал проходит, это офлайновские мероприятия, которые мы очень любим, у нас приезжают из всей области люди, вот буквально после банкета через неделю мы провели очередное наше командное БМВ, тоже хорошо прошло, так удачно, вот, соответственно, все разлетелось сразу по социальным сетям, многие реагировали, лайкали, ну классно. Вот. И мы на таких командных БМВ, конечно же, подводим квартальные итоги. Да? Поздравляем, признание людям, выделяем лучших, дарим подарки. Делаем тематические, если это к праздникам, к какому-то к Новому году и так далее. Иногда бывает с чаепитиями это делаем. Ну, то есть мы все люди, нам хочется обниматься, целоваться, и вот офлайн у нас есть. И раз в два каталога, лично я в Екатеринбурге, для своей персональной группы, кто есть в Екатеринбурге, провожу еще и встречи по wellness, дегустации. Потому что, к сожалению, пока еще интернет не дает возможности вставить трубочку в экран, да, и попить нашего wellness, попробовать. Вот, поэтому мы делаем вот такие дегустации, где люди приходят, мы рассказываем о wellness, и они попробовали, и тоже потом хорошо приходят именно через дегустацию. Система обучения у нас делится, естественно, вот о чем я говорила, для новичков у нас есть блок, у нас есть для растущих лидеров, которые потенциально еще партнеры, да, они стали пробовать себя в рекрутинге, поэтому сильно делаем акцент на рекрутинг, даем вариации рекрутинга. По рекрутированию у нас практически каждый день идут вебинары, каждый день в течение недели. Вот, менеджеры и отдельно у нас для директоров. Но вот для менеджерского состава и директоров мы проводим квартальные проекты онлайн. Вот сейчас у нас в мае был, мы называли «Победный марафон». Ну, привязали ко Дню Победы с 1 по 9 мая, приглашают как-то спикеров из других структур, которые у нас делятся опытом именно по рекрутингу. Вот, у нас был на рекрутинг в мае. Кстати, рекомендую, знаете, за этот год поняла, что люди нельзя распускать в майские праздники, потому что начинается первое тепло, шашлыки, огороды, и получается 10 дней люди просто где-то пируют. Тут, когда мы организовали проект, у нас наполнение было на каждом вебинаре по 140, по 170 человек. То есть люди никуда не ушли. Кто-то из лидеров был, знаете, такой из директоров, ой, может, 1 мая не будем? Я говорю, будем. И 1, и 9 мы будем. И вот благодаря тому, что вот мы держали аудиторию вот именно на таких сильных спикеров, которых мы приглашали, и Косицыных у нас выступали, у нас и Родионов выступали, и Гефмидеры, ну, в общем, все ребята, которые растут, и вот люди хорошо у нас сидели у мониторов все праздники. Вот. Поэтому буду теперь каждый год делать такой марафон. И четвертая система выращивания лидера. Вот здесь очень важно, чтобы это было обязательно, потому что люди, вот чтобы стать предпринимателями и руководителями организации, они должны на себя потихонечку примерять уже роль этого руководителя. Поэтому вот планерки дают не только мотивацию, информативный несут характер, но и контроль, обратную связь получать от команды, да, а что происходит вообще. Классно, когда менеджер сидит на планерке у своего директора, и за него директор проводит. Ему пофиг, что там, кто вышел из его людей на эту планерку, не вышел, он ответственность не берет. Но когда менеджер подготовил свои 10 слайдов, когда менеджер его трясет прям всего, чтобы что-то там рассказать, он проанализировал эту распечатку, все цифры,
свел эти все диаграммы, там рассчитал, ага, ну тут оказывается активность у нас как-то повысилась, а там у нас рекрутинг снизился. Он включил свой мозг, проанализировал, он понимает, как он работает. Вот тогда он будет и наполнять на эти планерки, вот тогда он будет понимать, что ему нужно делать, потому что он свой мозг включил и проанализировал всю картинку в целом. Поэтому планерки, вот как только мы ввели и стали с менеджерского уровня, честно могу сказать, что очень много людей просто стало серьезнее относиться. Дальше. Ну, вот проекты в команде мы запускаем, я сказала. И, конечно, лучший рост, знаете, вот лидерского, наверное, мышления происходит как раз на конференциях, вот на таких мероприятиях, когда встречаются люди, которые растут, когда есть возможность. Знаете, когда спонсор говорит, ну, кажется, ну, в своем отечестве пророка нет, да, кажется, ну, она и всем это говорит, да. Вот. А когда мы видим, люди наши подходят другим спикерам, другим лидерам, и вот они то же самое, что мы говорим, но слышат от других, и они это воспринимают. О, так оказывается, это работает, да? Вот, они слышат. И вот здесь хорошо, конечно, происходит вот рост, когда люди попадают на конференции или на какие-то вот такие мероприятия, где есть успешные растущие лидеры. И очень важный момент, вот сегодня в бизнесе в нашем, вот если кто это вот не примет, к сожалению, расти невозможно. Друзья, мы с вами все, я не знаю, как его звать, нас селфинисты или там кто мы, да, мы сделать должны селфи, вот, может быть, со всеми этими гаджетами, быть смешными, которые сами себя фотографируют, с палками, с вот этими двигаться, да, вот сейчас такое время, у нас такой бизнес. Мы с вами блогеры, да, мы с вами пишем о себе, кто-то еще не умеет, и нас этому никто не учил, да, но тем не менее, сейчас очень много есть литературы в интернете, слава богу, информации, нужно просто действительно себя пиарить, да, быть пиаром себя, своей команды, своего бизнеса, качества жизни. И вот сегодняшнее мероприятие, это тоже важно пропиарить, сделать постпромоушен. Я уже второй день выкладываю посты, вчера, несмотря на то, что вовремя прилетели, приехали, уже запостилась, сегодня уже про мероприятие написала, уже люди реагируют. И что важно? Вот важно фотографии, да, вот какие нафотографировались, какие-то услышали слова, фразы, что-то, да. Вот пропустите через себя и вот в социальных сетях это все напишите. Почему это нужно? Ну, потому что время такое. Вот люди, представляете, миллионы в аудитории в интернете сидят, а у них серая жизнь, ничего не происходит. Там работают, люди начинают наблюдать. Какая-то Таня Петрова бесконечно у меня в ленте почему-то мелькает, да. И что-то она все где-то тусит, и что-то какая-то вся счастливая, то она с шариками, то она где-то купается, то она где-то переодевается, то он что-то красит, то он где-то с микрофоном, и что это такое, что? И вот тут у людей срабатывает что? Залезть на страницу Тани Петровой и подглядеть. Слава богу, социальные сети, они дают такую возможность, не надо там какую-то брать на себя ответственность, можно ходить, смотреть и наблюдать. И вот это как раз называется, вы накручиваете вокруг себя контент, да, то есть людям становится интересно, люди хотят за вами наблюдать, и вот буквально перед моим отъездом мне девочка написала в социальных сетях, я хотя, знаете, рекрутинг не делаю упор, вот рекрутировать в интернете, но просто вот мы сейчас блогеры, мы пишем, и люди сами реагируют, вот она мне пишет, вы знаете, давно наблюдаю, то есть, хотите, могу показать вам, я наблюдала и все-таки решилась, то есть она у меня в друзьях, то есть человек какое-то время наблюдает, и она приняла осознанное решение, она знает, что реплейм, она знает, что это вот именно то, чем мы занимаемся, да, что я Лена Комаркина и так далее. Она все осознанно принимает решение. Она написала, я хочу. Вот я сейчас приехала, как вы думаете, вот такой подготовленный человек, она будет слушать меня с полпальца или вот банан вытащит из ушей и будет слушать меня очень хорошо? Очень хорошо. Очень хорошо, потому что она, я себя, я же не знаю, сколько она наблюдает. Она, я накрутила контент вокруг себя, да, она понимает, что я успешна, она понимает, что моя система результативна. То есть я то, что хотела донести, я доношу посты, да, ребята, мы растем, поздравляю кого-то, нас пригласили спикерить, и я о чем говорю, да, то, что все, кто попадает ко мне, все растут. И она мне пишет, я хочу к вам, я говорю, ну, замечательно, понятно, да? Вот, и вот как раз это очень важно, то есть коммуникация вот в нашем бизнесе, это сегодня один из элементов нашей системы, который очень важен. Вот закончится сейчас мероприятие, что нужно сделать? Посты, видяшки, вот ваши эмоции, вот не пойти спать, лечь там, или знаете, друг другу рассказали и все. Вот первую энергию вылейте в свой бизнес, возьмите и прям позвоните, может быть, лидерам, или напишите там что-нибудь голосом, вот чем мне нравится WhatsApp, да, Viber, он там 30 секунд дает записи, WhatsApp, можно там базарить и базарить, я всегда
там, девчонки, здесь так классно, там круто, быстро смотреть всем. И вот, вот эмоции, которые получили, вот что-то услышали, не вот между друг другом сначала, передайте быстренько энергию вот эту свою команду. А, дальше, создаем госпромоушен. Вот рассказать так об этом мероприятии, чтобы в следующий раз все влезли и поехали. Понимаете? Вот чтобы сейчас от зависти они все там просто вот лоб не кусали, почему я не поехал, понимаете? Ведь я уверена, что вы заплатили определенную сумму денег, это не 5000 рублей, да? Кто-то начал соизмерять, там, да, так дорого, наверное, я не поеду. А, и вот, ну, у нас мы все люди, это есть, да? Так вот, пусть эти люди обзавидуются вам, что вы были здесь. Поэтому расскажите о мероприятии, что вы получили, и что в следующем мероприятии вы поехали вот в большом количестве своей команды. За счет чего мы сегодня растем? Ну, первое, вот я сейчас делала анализ вот за последние 1.5 года, да, вот наблюдаем, запустили систему, мы работаем. Ну, просто, вот сегодня Каша сказал мне бальзам на душу, его Димы нету, но я просто вот прямо его увижу, расцелую. Я вот все переживала, думаю, ну вот продлят ли менеджерскую конференцию или не продлят. А вот сегодня он очень многозначительно сказал, да, что будет все-таки, я так думаю, 99% и 9%, что менеджерская конференция будет продолжаться. Я думаю, что это будет знаковый юбилейный год, да. Но вот мы просто взяли этот инструмент как панацею. Я сейчас объясню, почему. Мы делаем акцент в нашем бизнесе на предложении бизнеса, и мы приглашаем всех на менеджерскую конференцию. Вот новичок зарегистрировался, мы сразу ему говорим, у вас есть возможность поехать с нами на конференцию. Он говорит, так я только пришел. Я говорю, вы знаете, я все понимаю, что вам сейчас ничего не понятно, что очень сложно, но дело в том, что если у нас есть определенные сроки. Если вы сейчас пропускаете выполнение условий каких-то, говорю, каталогов, то, к сожалению, через 2-3 каталога, как показывает практика, вы въедете в тему, вы скажете через 3 каталога, я хочу, к сожалению, вам ничем помочь не смогу. Поэтому сейчас по факту я вам говорю, что нужно делать. Вы ничего не понимаете, но мы потихонечку делаем, я вам это помогаю. Через 3 каталога вы начинаете это делать уже осознанно, самостоятельно. Хорошо, хорошо. Когда запустили менеджерскую конференцию, что мы сдали? Во-первых, состояние команды какое было. Вот если сейчас есть здесь люди, которые, знаете как, сидят и думают, блин, команда вот сейчас у меня, ну, находится вне тонуса. Есть же такое состояние? Мы же не всегда вот находимся на волне, да? Бывает же такое, что и люди могут там сидеть долгое время без роста, и вот они уже такие вот, ничего не верят, да? И вот когда объявили о менеджерской конференции про Египет, мы как раз были, только вот еще из декрета выходили. У меня команда была такие, которые давно, директора по лет, там уже 8, кто-то 7, там 10, да. И когда мы им рассказали о том, что будет менеджерская конференция, они, это нереально сделать там 40 пушек, ну план, да. Все, они уже заранее, да, они уже заранее похоронили себя и решили, что они не едут, да. Я решила, что, а пофиг. Меня никто из команды не поддержал. На тот момент, когда мы уходили в декрет, мы закрывали варианты с 7 группами. И вот эта 7-я группа, это мой, был мой муж, одна из этих групп, она нас спросила во время декрета. Он у меня упал до 15%, но мы не напрягались, как бы, все нормально, группа была запасная. И вот он у меня был на 15%, мы решили, а не хотите никто, мы возьмем, покажем просто, как это может быть. И мы взяли вот эту группу на примере как пилотного проекта. Она была на тот момент 15%, и мы решили посмотреть, вот если мы сейчас вот замутим то, что мы придумали, да, сами, вот будем новичкам туда рефлектировать и говорить, что конференция это панацея, да, что вот ты пришел, что тебе вот это для роста дается такой инструмент. Что мы сделали? Мы взяли, составили список, взяли просто информационный листок, я потом вот такой вот план передавала каждому своему лидеру, который планировали нас на Сочи отдали, да, вот, то есть, кто едет на конференцию, друзья, да это нам решать, мы с вами лидеры, мы организаторы, да, мы решаем, кто поедет у нас. Я взяла распечатку, посмотрела, кто есть активные люди, структуры, кому я могу предложить это мероприятие. Провела индивидуальные планерки с этими людьми, продиагностировали всю его группу 15%. Были люди, которые сказали нет, были кто-то сказал да, давай попробуем. И вот из всей массы за 15% практически, ну там, 2-3 человека, которые захотели. Мы поняли, что нужно просто тупо приглашать, сфокусироваться на новых людях. И мы стали приглашать туда людей, которым дали план, показывали, что они могут поехать, соображать будем позже, пока просто тупо делаем, ведем по плану. Вот, значит, соединяли этот план конференции с его планом, который ставил процентный уровень на каталог, и договорились с каждым кандидатом, который хотел поехать, о потенциальных точках контроля. Раз в неделю мы встречались. Для чего это нужно? Ну, с кем-то по скайпу, с кем-то лично. Но, кстати, новичок, он ничего не понял. Про какую конференцию ничего
болтал, какой-то план, какие-то кушки, ничего не понятно. Вот что показала практика, все ехали только к третьему каталогу. Что это такое, что такое кушка, и как это вообще делается. Потому что механически все делали первые действия вот на уровне эмоций. И один раз в неделю мы договаривались с контрольной точкой. Но в эту контрольную точку человек приносил свой лист контроля. То есть я распечатала на компьютере листок и двух экземпляров. Один оставался у меня, другой оставался у него с его индивидуальным планом. И вот я говорила, на эту контрольную точку ты приходишь со своим листочком контроля. Вот так мы, собственно говоря, делали акцент сезонный рекрутинг. Мы открыли рекрутинг через менеджерскую конференцию в эту группу. Вот так выглядел листочек контроля. Ничего не видно. Ну я проговорю, давайте. Вверху написана фамилия новичка, конференция Египет. Дальше был квалификационный период. То есть вот он вступал с 13-го каталога, да? И, соответственно, 6-м каталогом для него заканчивался период. Суммарное количество, сколько нужно было ему кушать относительно уровня вступления, минимальное количество каталог рассчитывали, и закрыть ему нужно было 15%. То есть минимум 4 каталога выйти как минимум на этом уровне. Мы ему прописали шапочку, дальше мы говорим, а сейчас мы с тобой будем писать 13-й каталог, то кушечки у нас будут в команде, будем записывать фамилию. Поэтому приходи с точком контроля постоянно. И вот на где-то 15-й каталог они начинали уже потихонечку у нас въезжать. К чему это привело? Ну вот кто-то потом сделал уже вот такие электронном виде на Google диске эти таблички контролировать. И что это дало? Вот смотрите, первая конференция Египет. У нас никто в команде не поддержал вообще. Никто. Вот. Мы взяли вот на вот этой группе моего супруга, значит, у нас вступала в программу с его команды 12% на тот момент была Бабдышова Альбина, сейчас она закрыла тогда на эту конференцию директором, сейчас она у нас находится в открытой квалификации старшего директора, золотого директора. Буторина Жанна вступала в программу с 9%, сейчас директор открыл старший директор. Вступала новичок 13-го каталога, Систерова Елена, старший менеджер, закрыла программу 6-й каталог директор, открыто звание старший золотой директор, сейчас уже открыто Сапфирова 4-й каталог. Беременная на 7-м месяце, вступила у нас новичок 14-го каталога, старший менеджер, директор, и вчера они мне пишут, она закрыла старшего директора, открыто золото, и в глубине у нее 4-й директор. Вступала у нас в менеджерскую конференцию новичок 15-го каталога, старший менеджер, директор, открыто звание золотой директор, в следующем каталоге закрывают. Вышла на 17% старший менеджер, ездила на конференцию. И мой муж открыто звание золотой директор. Сейчас вот в этой структуре так получилось через менеджерский инструмент, это на сегодняшний день самая сильная структура в моей команде. И у нас не квалифицировались на эту конференцию, вот кого мы вели по вот таким местам контроля, 15 человек. Из которых 9 повысили свой уровень, ну кто-то на 2, кто-то на 3. Просто кто-то вступал уже на младшего закончить, кто-то вступал в 4-м каталоге, 5-м, они просто по факту не успевали квалифицироваться. Но я считаю, что здесь нет проигравших, каждый в любом случае получил свой рост и увеличение своих доходов. Конференция, которая у нас была, кстати, в Египет у нас на тот момент из этой команды поехало 6 человек. Вот. Общие результаты по команде, вот отработали 2 конференции, вот сейчас за 1.5 года, что произошло у нас? 6 новых директоров, старших менеджеров 11 человек, золотой директор 1 человек, старший директор уже 2 человека вчера закрыто, старший бриллиантовый директор 1 человек, открыто звание старший директор 2, золотой директор 3, старший золотой директор 1, сапфировый директор 1. И Лена у нас открывает бриллиантов в этом каталоге. Едет у нас 30 человек. Вот, 1.5 года вот, мы раскачивали просто, вот, знаете, с новыми людьми, с новичками, вот просто вот это, то, что называется, маятник. Да, что это дало? Мы задали импульс в команде, и у нас сейчас новые, старые, вернее, те директора, они начинают трансформироваться, знаете, такое дискомфортное состояние. Их жутко раздражает, просто они прям не стесняются, мне говорят, прям бесюсь сама на себя, я никого не знаю, но прям бесит, что они растут у тебя. Мы в одной команде, в одном спонсоре, меня это раздражает просто, понимаете?
Вот сейчас происходит трансформация. Либо вот попрут, что называется, да, либо будет дальше раздражаться. Но тем не менее, мы не сидим, мы продолжаем, мы приглашаем новых людей, которые сегодня хотят расти. За счет чего растет объединение ИТО? Во-первых, система в работе. Второе, использование, внедрение инструмента менеджерской конференции, поэтому прям ждем, что когда объявят новую конференцию, чтобы работать. Планирование, четкое понимание, для чего пришли, вот обязательно, чтобы были планерки, контроль. Если есть контроль и планирование, то люди очень хорошо идут. Люди должны знать, во-первых, за счет чего они могут в компании Reflame зарабатывать, да, должны быть инструменты понимания четкое доход своего. Первую цель в команде ставим сейчас новичков, это золотой директор в течение первого года как минимум, потому что если человек сегодня не выходит за первый год на уровень дохода 60 тысяч, то сложно его развивать дальше. То есть вот этот драйв, если задать на первом году, да, то человек дальше просто растет по нарастанию. Приглашаем на бизнес, обучение онлайн, это вебинары, я считаю, то, что нам позволяет сегодня большую аудиторию просто снабжать информацией, мотивировать, передавать информацию. Вот что-то придумали, быстренько раз запустили. У меня какая-нибудь проперла, там, знаете, ребенку уступила, быстро пишу в чатах. Так, директора, выходим, быстро все на ночную планерку. Хоп, 12 часов дня, прям чем вещаю для часа. Они хоп, таки все спать не можем. То есть вот интернет дает возможность реально сегодня уникальную, знаете, вот как проперла вас, там, поймали какую-то идею, раз, и вдохновить свою команду. И, конечно же, очень важно, это акцент на новых людей. Вот если сегодня вы находитесь в состоянии, может быть, пока еще там отсутствие импульса, да, но есть желание самих, возьмите ответственность, начинайте приглашать сами. Новые люди, новая кровь, вы увидите, сколько людей, живчиков, мотивация, ну вот реально просто. Придут те люди, которые, вот значит, последние все, кто приходят, они быстрее те, которые, понимаете, росли, как, которые мы поднимались когда-то до декрета. То есть сегодня квалификация гораздо проще, у нас все для этого есть, Reflame сегодня другой, у нас колоссальный этот инструмент менеджерской конференции, менеджер, который пришел там 4-5 месяцев в компании, пожалуйста, уже едет куда-то. Это круто, реально, ребят. То, что наши премии в долларах или сохраняются, да, и курс растет, аллилуйя, что растет, да, мы получаем премии. Было очень приятно сейчас получить почти 600 тысяч премий только за новое звание. Классно! Акцент на бизнес, то есть менеджерская конференция, вот, кстати, вот кто работает вот с этими, у меня есть тоже директора, я не направляю людей, да, но мы все разные, да, кто-то вот человек, есть эмоции, есть люди, которые очень практики, есть люди на бизнес заточенные, есть продукт, там, главное, чтобы был результат. У меня есть люди в команде директора, которые работают с этими в регионах, им очень нравится, но ради бога, главное, чтобы был результат. Но вот делом акцент на бизнес, менеджерские конференции, что нам дало? Вот прирост 2015-2014 года плюс 36% мы приросли. Начали 2016 год плюс 67%. Главное, чтобы было желание установить. Набирать тех людей, которые сегодня на вашей волне, которые чего-то хотят. И начали 2016 год, вот первое полугодие, плюс 191% уже с отрывом от нижестоящих по отношению к 2015. То есть, что такое менеджерский состав? По сути, для меня это золотой фонд, который в ближайшие несколько кварталов, это люди, которые будут директорами. Правильно? Люди, которые выйдут на 22%. И вот это, конечно, очень вдохновляет. Во-первых, я четко понимаю, что то, что мы начинали 2 года назад, вот это раскачивать, мы перевели всю нашу систему на систему онлайн 8 месяцев, ну честно могу сказать, как есть, чтобы не казалось сказкой, но 8 месяцев я просто ночами не спала. То есть я сидела, видеоролики записывала, видеоуроки, я переформатировала наши какие-то шаблоны, переделывала. У меня поддержал только один директор, вот, с которым мы это делаем. Мы поделили, что она делает, что я. И вот я усыпляла ребенка в 12 часов до 4 до 5, да, я сидела, вкладывала мою клавиатуру, что-то там записывала. Но вот я вижу, что это было все идеально.
предполезно. Первое, что делаем, когда новичок приходит в структуру, делаем приветственную рассылку. Новичок получает рассылку, в которой номер, пароль, приглашаем. Самое главное, вот новичок, когда пришел, я говорю, у нас есть у меня один лидер, его называть, она говорит, анализ офлайн, приходит онлайн. Такого нету онлайн или офлайн. Ты не думаешь, что ты пришла, я нажала какую-то кнопку, и все, ты уже там, все сами люди регистрируются. Какого нету, это определенный труд, это в любом случае общение, да? И она мне говорит, слушай, а я когда это думаю, я отправила письма и думаю, что же они не работают? То есть она запретила новичка, отправила письма и думаю, что же они не работают? То есть на самом деле вот даже не письма важно. Вот новичок только попал в структуру, помните, у нас была очень хорошая система РО, да? Когда что мы говорили, наши новички там в любой глубине рекрутируют, они туда приводят потом этого новичка, на большую презентацию директорскую. Вот ничего не меняем, все то же самое. А у нас те, кто рекрутирует, да, в течение там недели, у нас первую неделю проходит встречи, мы называем для новичков. На самом деле директор проводит эту встречу с главными акцентами. Его задача первая — рассказать, откуда берутся деньги, как создается товарооборот, варианты создания товарооборота. Да. Здесь мы делаем прививку новичкам, что не будет обучаться, значит ничего не будет. Здесь делаем прививку ему о том, что первые 4 месяца результата ждать не стоит, потому что первые 2 месяца стажировка, обучение, и первые практические навыки набирает человек, но небольшие деньги, там 3-5 тысяч, я не считаю, что это серьезные деньги, поэтому по ним судить, да, а доходы не стоит по первым этим доходам. Вот. И первые серьезные деньги мы говорим, что увидим через 6-8 месяцев, ну доход где-то от 40 тысяч рублей. И вот прививку такую делаем, даем все ссылки на наш обучающий сайт, где у нас для новичков блог, в котором нужно пройти первые шаги задания. И вот на этой встрече, когда человек у нас побывал, здесь мы задаем главный вопрос, для чего он спросит на эту встречу. Я ему задаю вопрос, ну если я веду, если кто-то, то другой. Скажите, пожалуйста, спрашиваю в конце встречи, с какой целью вы заключили договор для того, чтобы нам понять, как с вами взаимодействовать, чтобы наши отношения с вами были прозрачными, чтобы нам понимать, какую им информацию вам давать. Вы хотите зарабатывать деньги и пользоваться косметикой, либо вы хотите просто покупать косметику для себя или знакомых. То есть, в принципе, у меня устроили такой выбор, но мне хочется все-таки выбрать первое, да? Зарабатывать и пользоваться косметикой. И вот когда, знаете, что у новичка срабатывает? Он думает, меня, наверное, одного дурака поймали, и сегодня в рекламе уже никто не идет. И вообще мне надо уже отказаться быстрее. И когда он видит в бинарной комнате, народу куча. Честно говоря, начинали 2 года назад, новичок был один, а дальше все были, я могла с трех раундеров вестись, там, Петя, Иванов, Света, Клава и так далее. И вот 5-6 директоров мы вот так наполнили, чтобы людям было комфортно. Кстати, я одна спикер, один новичок, в чем вы думаете? Вот как раз я так и думала, никто ко мне идет, ни одного дурака поймали, я вот здесь сижу. И поначалу мы просто действительно раскручивались, вот с Татьяной, своим директором, она писала вопросы, типа, там, ну какие-то, я знала, какие вопросы были, я отвечала, там, что мне нужно было донести и так далее. Сейчас, конечно, новички приходят в комнате, они сидят, и когда, вот когда мы подходим к концу, я задаю вопрос, и когда новички начинают, я говорю, пишите, пожалуйста, в чате, чтобы спонсоры увидели, как с вами взаимодействовать. Когда они пишут, зарабатывать, хочу изменить жизнь. Вы знаете, те, которые сидели, сомневались, они начинают тоже писать. И вот если, вот они, прослушав такую встречу новичкам, они, я по сути говорю так, встреча для новичка, это мы договариваемся о правилах взаимодействия. Я буду работать с тобой только в том случае, если ты обучаешься. Я буду тебе помогать, но ты сам эти деньги должен здесь заработать.